Всем привет! Сегодня мы будем искать мистического персонажа Нул из Крипипасты. Нул — это легенда о страшном существе, обитающее в... Я, честно, сейчас испугался. Ладно, не знаю. Ну, только что видели это? Короче, ну, это майнкрафтовский миф. Да, точно вспомнил миф. Это не легенда, это миф. Что? Ну, это типа, ну, как игрок, только с... Точнее... Он весь в черном цвете. Плохо, плохо. Все деревянное. Берем еду как можно больше. Все забираем. У меня сейчас стоит задание выжить. Почему только... А, нормально, три факела. Так, пойдем на поиски. Херабрин это был мод. Сейчас я уже без модов играю. Не, конечно. Сибалочка. Но у меня нет костей. Так. Надо включить выживание. Я случайно в застройках включил творческий. Потому что я привык. Я сейчас карту свою создаю. Я уже привык включать творческий. Поэтому вот так вот получилось. Ну, в творческом тебе тоже будет пипец. Так что... Если... Ну, не знаю... Так, это на всякий пожарный себе. Наберем кучу деревца. И... Ну и... Если вы думаете, что я играю с другом, у которого скин Нула, вот. Я играю один. Вот видите, я играю абсолютно один. То есть я играю один в одиночном режиме. Как вы поняли, я играю в абсолютно один. Так что я не знаю даже, что вам сказать, если вы скажете, что у меня есть какой-то напарник. Нет. Все видео исключительно снимаются... То есть я все видео исключительно снимаю сам. Что-то было? Это вот дерево стоит, вижу. Там никого нет. И вот дерево. И вот дерево. Он не может ни зачем прятаться. Ой, я себе еще еды добыл. Да господи, что это за звуки? О, смотри, лава. Только главное туда не упасть. Повезло, повезло. Мне надо отсюда выбираться с помощью досок. Выберусь. Так, побежали наверх. Повыживаем там. Да ё-моё! Хватит. Не, ну тут никого нет, в принципе. Никто не может прятаться. Уже пошли странные звуки в начале. Уже только в начале уже страшные звуки. Ладно. Ничего страшного. Ну да, я, в принципе, картинку не могу показать вам. Почему? Потому что я ту картинку не смогу показать. Видео, потому что мы будем... Я не знаю, сколько мы будем его искать. Видео может идти
долго. А память на телефоне мне нужна. Так что с монтажом, извините, без монтажа обойдемся. Садится солнце. Вот видите, ко мне никто не присоединился. Ко мне никто не присоединился. Я играю абсолютно один, тем более тут бы в чате было написано, если бы ко мне кто-то бы присоединился. Я нашел ягодки. Очень полезные ягодки. Что? Так, ягодки надо кушать. Ой, я допрыгнул, прикол. Эндермен. Где здесь эндермен? Так, ну тут светло возле лавы. Ай. Если бы это было в реальной жизни, было бы довольно больно. Тут где-то, видимо. Блин, она меня все-таки убила. Я рано понял, где. Это сейчас интересно было. Это был довольно не тихий шум. Блин. Мобы, отстаньте от меня. Опа. Опа, опа. Ой, красный факел. Этого не было. Так, за мной вообще-то бегут зомби. Давайте не будем на это отвлекаться. Возможно, так получилось. Может, какие-то баги. Я не знаю. Возможно, это баги. Я ничего не строил, честно. Честно, я ничего не строил, я вам клянусь. Я не знаю, ну, как генерирует Майнкрафт, не знаю. Я не знаю, как этот мир генерировался, появлялся. Возможно, оно так сгенерировалось. Ладно, ну, по крайней мере, я никакого нула не наблюдаю. И что-то мне подсказывает, что это фейк. Я не знаю. Если мы даже не найдем, то хотя бы будете знать, что это фейк, если не найдем. А если нам повезет, и мы сможем его найти, то это будет шикарно. Просто Игорек. Кстати, у меня есть факела. Я что, прокакал факела? В любом случае, кажется, я прокакал факелы. Все, у меня больше, походу, нет факелов. Давайте скрафтим себе 4 факела. И поставим их вот так вокруг себя. Можно себе даже какой-то домик соорудить. Небольшой. На время. Просто пожить. Посидеть.
Я могу приручить собаку, но я не знаю. Собаки обычно у меня хомячат кости. А, у меня даже кости не выпали. У меня выпали только стрелы. Здесь никого и ничего нет. Я до сих пор один. Ой, ну вы видели, да? Я один. Ничего я не наблюдаю. Если хотите, будет вторая часть. Я вам сделаю вторую часть. Ой, если вы захотите, я вам реально сделаю вторую часть. Я не пожалею. Я вам сделаю вторую часть нахождения Нула. Да? Так что пишите в комментариях, хотите ли вы вторую часть, где я буду находить Нула. Я его реально не вижу. У меня чутье подсказывает, что это фейк. И кажется, никакого Нула нет. Вот эти помехи, конечно... О нет, странно, они объясняются. Таких помех в обычном Майнкрафте нет. У меня самый оригинальный Майнкрафт. Без всяких модов, шейдеров. У меня самый оригинальный Майнкрафт. Либо, я не знаю, у меня лагает сенсор иногда. Так что, ну не знаю. Может ли это как-то обозначать его присутствие, если он тут вообще? Мне бы сейчас бы ночь переждать. Но тут нету овц. Блин, а вы видели, ребята, тут овц? Я просто не видел овц. Да, тут овец я не видел. Возможно, их тут и не было. Давайте посмотрим обстановку. Наверное, ничего не видите. Если можете прибавить у себя яркости на телефоне. Вот так просто сделайте вот так яркость. Оп. И прибавляете на все. И вот так увидите. Не знаю, мне видно все, только очень плохо. Куда я вообще иду? Блин, куда иду? Так. Никого нет. Это... Это странно. А хотя что-то странного, это же фейк. Не, ну я не знаю, фейк это или нет, но длинноногий точно фейк. Я длинноногого проверял. Это, я вам скажу, самый оригинальный фейк. Длинноногий это самый оригинальный фейк. И Никита Бек, они... Конечно, фейк. Не, ну, Никита Берег у него страшно получается, но мы все знаем, что это либо моды. Не, я не знаю, это игра, она может изменять сенсор. Вот видите, вот что дрожит. Я даже пальцем не дрожу, он само дрожит. Еее, наступает день. Короче, ребят, мы еще поищем Нула целый майнкрафтовский день. Целый майнкрафтовский день будем искать Нула. Так. Сейчас новый день наступит, и мы пойдем дальше искать Нула. А мне что-то подсказывает, что его нету. А, это паук. Так. Блин, надо покушать. Что у меня такого есть? Хлеб. Нормально. О, точно, можно ягод пожевать.
О, как повезло, что я заспавнился в этом биоме. Здесь есть ягодки. Овца! Ой, меня провернуло. Так. Не знаю. Это было очень странно. Там, по-моему, в той траве... Там был паук. Вообще, иногда я пауков путаю с этим нулом. То паук был. Я не знаю, как... Чё это? Кто меня убил? Я выпал из мира. Возможно, это баг. Иногда в Майнкрафте можно провалиться через блоки. Ой. Ой. О, собаки. Давай одну приручим. А, точно, у меня же не выпали кости. А кого я тогда собирался приручивать? Не знаю. Это шиза. Еда. Еда. Вообще она миленькая. Но еда. Ладно, пусть живет. Пусть живет. Мне ее жалко. Она милая. Пусть живет свою жизнь. И поставьте под этим видео лукасы. Лукасы — это лайки. А я в Майнкрафте слышал, говорят, что лукас какой-то есть. Но не знаю. Не знаю ничего про лукаса. Я не хочу его проверять. Потому что я верил в длинноногого. Я очень хотел вызвать длинноногого. Знал, что у меня взорвется телефон от этого. Он мне сломает нафиг телефон. Но я хотел вызвать длинноногого. Что я вам скажу? Очередной фейк. Он обитает на версии 1.5.2, я скачал эту версию, и ничего не получилось. Вводил специальный сид, тоже ничего не получилось. Сид увеличивает, по-моему, какие-то хакеры ту версию взломали и добавили как злая шутка. Это слышал на Ютубе и Википедиях. И на Википедиях Майнкрафта. Я даже не знаю, кому верить. Добудем как можно больше еды для следующего выживания. Последняя овца осталась. Йоу! И у нас, в принципе, из дерева давайте скрафтим верстак. А в верстаке уже сделаем кровать. Давайте тут поживем. Так, точка появления задана. Мы можем топором срубить. Так будет легче. Не знаю, давайте на этом видео закончим. Если вам понравился этот выпуск и вы хотите вторую часть, пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ну, если вы что-то заметили мистическое, вдруг я не заметил. Я, честно, ничего за этот мир не заметил, только какие-то странные лаги. Мне кажется, версию моего Майнкрафта тоже взломали. Потому что это как будто была натянутая картинка. Я не знаю, что это. Я хз. Пишите, пишите. Хотите вторую часть, пишите. Если вы что-то заметили страшное, странное и мистическое, какие-то обрубленные деревья, я не знаю. Вот это что, это считается за странное? Я не знаю. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.